Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В среду в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура днем плюс 3, плюс 5, ночью 0, плюс 2 градуса. Ветер преимущественно северный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь. Днем плюс 5 градусов в темное время суток, нулевая температура. Северный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 4, ночью 2 градуса выше нуля. Северный ветер, 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. В дневное время плюс 4, ночью плюс 1 градус. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.